Молочная кухня бренда ostida faoliyat ko'rsatayotgan Diyor biznes kompaniyasining taqdiri tahdidlar ostida qolmoqda. Toshkent shahrida gullab yashnayotgan biznesga turli usullar bilan ta'sir o'tkazish, uning faoliyatini sindirishga harakatlar bo'lmoqda, deydi kompaniya rahbari Shuhrat Qayumov. Shubhali ko'rilayotgan mana shu jarayonlarga bugun biz to'xtalmoqchimiz. Joriy yil 5-aprel kuni tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakilning o'rinbosari mana shu kompaniya faoliyatini tekshirishga ruxsat bergan. Respublika davlat sanitar epidemiologiya nazorat markazi xavfni tahlil etish natijasida kompaniya faoliyatini tekshirmoqchiligini bildirgan. 6-aprel kuni esa respublika bosh vrachi vazifasida ishlab turgan Qurbonov Diyor biznes kompaniyasi faoliyatini tekshirishga buyruq bergan. 10-aprel kuni markaz rahbari farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligining xatiga asoslanib, tekshiruv natijasiga ko'ra Molochniya kuxni faoliyatini to'xtatishga qaror qabul qilgan. Va aynan mana shu qaror hozircha muhokamali bo'lib turibdi. Kunuz muxbirlari kompaniya ishlab chiqarish sexida bo'lib, ish faoliyati bilan tanishdi va markaz qarorida ta'kidlangan ayrim ayblovlar esa ko'zga tashlanmaganini guvohi bo'ldi. Соответственно, проверяем его с помощью анализаторов и записываем все данные. Здесь у нас есть и pH-метры, которые определяют кислотность. Вот. Mm-hmm. Если молоко плохое, соответственно, мы его возвращаем в ферме. Mm-hmm. Вот. Это каждый раз повторяется, да? Каждый день. Если будет даже два поставщика, например, молока, по-любому все проверяется. Mm-hmm. Даже если доверяете, вот. Я не могу никому доверять, потому что я отвечаю за эту продукцию. И наше производство, оно сходно к детскому питанию. Вот, mm-hmm. И здесь доверительных отношений, я думаю, не будет, да. Тадбиркорнинг ўзи текширув ҳақида шундай дейди. Ну, мы производим молочное детское питание, можно, которое может использовать с первых дней рожденные дети. И также для больных, это перенесшие тяжелые заболевания для лечения. Вот. У нас наша продукция является 100% натуральная, без использования химии или искусственного сухого молока. Вот. Производим мы около 50 видов наименований. На сегодняшний день работает около 100 человек, только относительно молочной кухни нашего бренда. Вот. Имеется свои точки, имеется около 20 машин, которые развозят по дистрибьюторам, дилерам нашу продукцию. В соцсетях были вынуждены уже подать огласки, так как произошла непонятная ситуация, то что республиканский СЭС, не уведомив нас о том, что будет проверка, пришла с проверкой к нам, с координационным разрешением омбудсмана по правам предпринимателей. Было очень странно, что омбудсман дал такое разрешение, проверку СЭСа. На мои многие вопросы, которые я задал из СЭСа, меня интересовало, почему идет проверка без предупреждения, почему, когда нас и так контролирует СЭС, районный СЭС, городской СЭС, приходите вы и проверяете необоснованно, не дав нам информации, на каком основании вы проверяете. То ли мы кто-то отравился, или что-то произошло, что столь высокий уровень республики приходит. Они на этот вопрос не смогли нам ответить. Ну, первое время сначала не отвечали, осмотрели наше производство, и были вынуждены высказать такое предположение, ну не предположение, то есть они высказали, что их сверху сказали, что они должны прийти и закрыть наше производство. На основании чего закрывать производство и вообще на основании чего проверка производится, они нам объяснили только так, что это рядом с нами находится в 50 метрах якобы скотомогильник.
И что в 50-е или года, 40-е года разрабатывалось то ли бактериологическое оружие, то ли какие-то эксперименты проводились. И что якобы этих животных закапывали рядом с нашей территорией, находящейся в земле. Для меня это был шок, потому что я сам с этой махали, и всю жизнь наши, даже взрослые уже люди, на этой территории проводили свое детство. В данном время там выращивают помидоры, огурцы, есть теплицы. На данной территории есть сейчас кони, есть фирма, которая делает сыворотку. И они в своем акте вот отразили о том, что предположительно, там написано, что предположительно находится этот скотомогильник. Здесь был институт вакцины и сыворотки. Это большая территория наша. И этот институт вакцины и сыворотки, они не производили никакого бактериологического оружия. И все, что у них там было, они производили вакцины в советское время. Потом этот завод закрылся, и при этом произошла приватизация в 93-м году, и вся территория была расприватизирована и раздана разным предпринимателям. И вообще у нас сложилось мнение, что это опять какой-то рейдерский захват. Почему? Потому что 5 лет назад в первый раз госкомимущество обратился в суд на нас, точнее обратился в суд на самого себя, что он в 93-м году неправильно сделал приватизацию и просил суд отменить свою же приватизацию через 25 лет. Откуда он вспомнил вдруг? Это сами понимаете, что это не просто так бывает. Судебные решения были очень такие скоропостижные, быстро прям решение выносилось в пользу госского имущества. Но слава Богу, что когда мы дошли до Верховного суда, мы смогли отстоять свою позицию, и Верховный суд отменил это решение. И вот в августе 2018 года последнее решение было в нашу пользу, и на этом судебное дело закрылось наше с госского имущества. А тогда тоже получилось так, что просто хотели отзабрать эту всю территорию. Не только нас. Наша территория всего лишь на 19 сотках земли находится. А вся эта территория, около 7 гектаров, здесь находится в центре города, сами понимаете. Вот. И кому-то была нужна эта земля. Я хочу сказать, что я эту землю приобрел, купил это здание, я снес и построил, я получал разрешительные документы, в которых СЭС разрешение давала на производство молочки. Я получал, потом госкомприемку проходил, тоже СЭС давал разрешение. Потом само производство после монтажа оборудования мы получали с Турции. И турецкая компания приезжала, нам устанавливала все оборудование. После ихнего тоже дают заключение СЭС. На продукцию дают сертификат СЭС, на продажу дают разрешение СЭС. И каждый месяц 2-3 раза нас приезжают, это по плановой проверке приезжает СЭС и забирает нашу продукцию, осматривает это сам производство и отбирает продукцию для анализа. Они просто-напросто были вынуждены написать с их же слов, что-то должны мы найти. Мы не можем ничего не найти. Я говорю, ну как вот вы представляете, районный СЭС ничего не находит, городской СЭС ничего не находит, а теперь вы придете, сейчас найдете. Они написали какую-то мелочь, там ковриков нету, там поточности нету. Кстати, мы вас провели по поточности, вы видели, где раздеваются люди, вы видели, где одевают бахилы, где это все происходит. Dior Business компаниясы ишлап чыгарыш цехы Ташкент вакцина ва зардолар ишлап чыгарыш илмий текшириш институтуга якын жойлашканы, институтта микробиологик, бактериологик, иммунобиологик препаратлар тайорланганы иддао кылынмакты. Фармацевтика тармагыны рывожлантыш агентлигининг ДСНМ-ге маалым кылышыча, институтта Бекер орасы ва Муфель печлары мавжуд. Bu haqda bosh vrach Bahrom Almatov shunday deydi. Bu yerda 50 metr yaqinida o'sha hayvon qabristoni topilganligi va u yerda sut mahsulotini ishlab chiqarishlik mumkin emasligi belgilanyapti. Bu qaysi normativ hujjatlar asosida buni xulosaga keltirilgan? Demak, rayon davlat sanitariya epidemiologik nazorat markazlari xodimlariga vazifalar belgilangan hamma tumanlarimizda ular o'zlarining tumanlaridagi sanitariya epidemiologik vaziyatni doimiy ravishda monitoring qilib o'rganib borishadi. Shu o'rganishlar jarayonida
Yunusobod tumanidagi Bodomzor mahallasida joylashgan Diyor biznes hamda Nova Pharma korxonalarini tashqi tomonidan monitoring qilish jarayonida ularda sanitariya himoya mintaqasiga amal qilmaslik holati qayd etilgan. Ushbu holatga aniqlik kiritish, ushbu gumon qilingan obyektlarning sanitariya holati hamda ulardan faoliyati davomida aholi xavfsizligi hamda ularda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning xavfsizligini ta'minlash borasida aniqlik kiritish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentimiz huzuridagi tadbirkorlik faoliyatini hamda ularning huquqiy manfaatlarini himoya qilish vakilligiga murojaat bo'ldi. Ushbu vakillik murojaatimizni ko'rib chiqib, tekshirishga ruxsat berdi. Biz xodimlarimiz tomonidan, ikkita mutaxassisimiz tomonidan Diyor biznes sutni qayta ishlash korxonasini faoliyati o'rganib chiqildi 3 kun mobaynida hamda aniqlangan kamchiliklar bo'yicha demak, asosiy kamchilik bu obyektning sanitariya himoya mintaqasini mavjud emasligi tufayli faoliyatini vaqtinchalik to'xtatib, sud jarayonida ushbu masalaga oydinlik kiritish uchun qaror chiqarildi. Yana bir marta savolimni takrorlashga majburman. Mana shu siz taqdim etayotgan hujjatlarda yozilishi bo'yicha buni nusxasi bizda ham mavjud. O'sha sut mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonasiga yaqin hududda hayvon qabristoni mavjudligi va bu bilan ishlarni faoliyatini olib borishlik mumkin emasligi ta'kidlangan. Bu qaysi normativ hujjatlarga asoslanadi? Demak, sutni qayta ishlash korxonasi joylashgan joyi muqaddam Toshkent vaksina va zardoblarni ishlab chiqarish korxonasining territoriyasi bo'lgan. Yillar davomida ushbu hozir joylashgan joy binosi bilan boshqa tashkilotlarga ijaraga berilgan. Ijaradan keyin boshqa tashkilotning balansiga o'tkazilgan. Keyinchalik esa ushbu korxona tomonidan bino sotib olinib, ushbu korxonani tashkil qilish tashkil qilingan hamda faoliyat yuritmoqda. Siz lekin qaysi normativ hujjatda asosida bu narsa mumkin emas, shunday faoliyat olib borish uni? Qaror olsam bilmayman, nomeri esimda yo'q. Tushunarli. Bo'lmasam ikkinchi savolimga o'taman. Ikkinchi savolim, sizlar Diyor biznes MTJ faoliyatini endi birinchi marta tekshiryapsizlarmi? Ha, birinchi marta tekshirishimiz. Shuncha yillar davomida siz biror marta ham tekshiruvga bormagan u korxonani oldiga. Ushbu korxonaga faqat sut mahsulotlarini monitoring uchun borgan. Demak, u tashkil etilgandan beri biror marta ham siz tomonidan boshqa tekshiruvlar olib borilmagan? Yo'q. Demak, shuncha yillardan beri endi birinchi marta tekshiruv bo'ldi. Birinchi marta tekshirishimiz. Endi buni bu masalaga nima uchun e'tibor qaratdik? Chunki bizdagi ma'lumotlarga qaraganda o'sha Toshkent vaksina va zardoblar ishlab chiqarish korxonasida laboratoriya hayvonlarini qabristonligi borligini biz yaqinda bildik. Shuning uchun ertaga o'sha qabristonning borligi o'sha korxonada ishlayotgan xodim odamlarga sog'ligiga hamda ishlab chiqarilayotgan mahsulotning sifatiga ta'sir qilib qolish mumkinligini nuqtai nazaridan biz hozir shunday xulosaga kelganmiz. Bitta yana savol bermoqchiman qo'shimcha shu joyda. Nega bo'lmasam shu paytgacha sizlar bu narsani aniqlab, sizlarga bu holat ma'lum bo'lgandan beri hudud o'rab olinmagan va yopilmagan, hech qanday belgi yoki to'siq qo'yilmagan. Men jurnalist sifatida ana shu hududga borib ko'rdim, aylandim va o'sha joyda bo'ldim. Hozir meni sog'lig'imga qanaqadir jiddiy xavf bo'lishi mumkinmi? Siz agar o'sha yerda tuproqlar bilan qabristonda bevosita ishlagan bo'lsangiz, sizning sog'lig'ingizga ta'sir qilishi mumkin. Hozir o'sha joy umuman Toshkent vaksina va zardoblar ishlab chiqarish korxonasining atrofi to'liq o'ralgan. O'sha korxona u farmatsevtika sohasini rivojlantirish agentligiga tegishli bo'lgan hudud hisoblanadi. U yerga begona shaxslarning kirishi taqiqlangan. Lekin biz kira oldik, hech qanday to'siq yo'q, taqiq yo'q edi. Uni korxona rahbari bu masalaga javob berdi. Keyingi boshqa savolimizga o'tamiz. Bu yerda o'sha siz aytayotgan bekat orasi deb atalayotgan go'yoki hududda va sut mahsulotlari ishlab chiqarilayotgan korxona o'rtasida non mahsulotlari ham ishlab chiqaruvchi sex va aholi turar joylari mavjudligini inobatga olganmisizlar va ana shu aholi va ana shu korxonalarga ham atrofdagi 500 metr radiusdagi aholiga ham mana shunday ogohlantirish xatlari berildimi?
Yo'q, bunday ogohlantirish xatlari berilmagan. Hozir birinchi navbatda biz mana shu Toshkent vaksina va zardob ishlab chiqarish korxonasini territoriyasida, sobiq territoriyasida bor bo'lgan obyektlarni o'rganyapmiz. Xo'jalik qiluvchi subyektlarni o'rganyapmiz. Unga tutash yondosh bo'lgan hududlarchi? Biz hozir mana shu korxonani joylashgan joyni o'rganib bo'lganimizdan keyin u tomondan ham o'rganib chiqamiz. Yana bitta oxirgi savolim bor. Siz aytayotgan o'sha go'yoki Beket orasi deb aytilayotgan hudud qanchalik darajada atrof muhitga zarar keltiryapti? Buni miqdori aniqlandimi? Laboratoriya xulosasi agarda bo'ladigan bo'lsa, siz ayta olasizmi? Misol uchun odamlar inson salomatligiga va oziq-ovqatlarga qanchalik darajada ziyon yetkazmoqda? Hozirda yetkazilgan ziyon o'rganilgani yo'q, lekin ushbu muassasa, ushbu territoriya hamda Beker orasini bugungi kun holati maxsus ish guruh tomonidan tuzilib o'rganib chiqilyapti. Buni xavf agar mavjud bo'lgan bo'lsa, uni bartaraf qilish choralari ko'riladi. Demak, xulosa yo'q, ilmiy xulosa bo'lmasdan turib, sizlar korxona faoliyatini to'xtatishlik qaror qabul qilgansiz. Biz xavf borligini bilganimiz uchun vakolatimiz doirasida ish qildik. Qilayotgan xatti-harakatimiz hammasi qonuniy. Xavf borligini bilsangiz, o'sha narsani aytib bera olasizmi? Qanday xavf bor? Xavf bo'lishi mumkin, aholi o'rtasida yuqumli kasalliklarni keltirib chiqarishi hamda tarqalishi mumkin. Bu bo'lishi mumkin bo'lgan sizning taxminingizmi yoki farazmi? Ilmiy asoslangan taxmin. Qanday yuqumli kasalliklar tarqalishi mumkin agar bo'lsa? Muqaddam vaksina ishlab chiqarilgan, ushbu qaysi kasallikka qarshi vaksina ishlab chiqarilgan bo'lsa, ushbu kasalliklarni tuproqda, atrof muhitda saqlanib qolgan bo'lsa, ushbu kasalliklar tarqalishi mumkin. Misol o'sha kasalliklar qaysilar? Umumiylashtirmasdan aniqroq ayta olasizmi? Endi aniqroq ayta olmayman. Misol uchun qanday zarbdor va qanday vaksinalar ishlab chiqarilgan o'sha hududda, o'shani ayta olasizmi bizaga? Yo'q, uni ham ayta olmayman sizga. Mana shu hududga o'tgan oylar davomida prezident Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurgani va o'sha yerda yangi qurilish loyihalari amalga oshirilishligiga va boshqa hududlarni qurilish pasportlari bilan tanishganidan xabardormisiz? O'sha yerda qurilish loyihalari to'g'risida qanday fikr bildira olasiz? Shu rahbariyatimiz tomonidan berilgan topshiriqlarga asosan o'tkazilayotgan o'rganishlar jarayonida aniqlandi bu holat. Ertaga kelgusida qurilishi kerak bo'lgan obyektlar u qaysi yo'nalishda bo'lmasin, faqat inson manfaatlariga xizmat qilish kerak. Aholining salomatligiga ziyon yetkazmasligi kerak. U yerda ishlab chiqarilgan mahsulotlar ham jahon talablariga javob bera olishi kerak. To'g'ridan-to'g'ri Sog'liqni saqlash vazirining topshirig'i bilan amalga oshirilgan, to'g'rimi? Yo'q, bizga Sog'liqni saqlash vazirligining tomonidan emas, o'zimizni har bir tuman DSRMining ish rejasiga asosan. Sizga hozir rahbariyat tomonidan berilgan topshiriqlar asosida o'rgandik dedingiz. Qaysi rahbariyatlarimiz bizga barcha respublika bo'yicha aholi punktlari, qurilish o'tkazilayotgan yer maydonlarini holatini rahbariyatingiz kim? Sog'liqni saqlash vazirligi. Demak, Sog'liqni saqlash vazirligi buni o'rganishlik topshiriq bergan, to'g'rimi? Biz reja qilganmiz shunday. Davlat sanitar epidemiologik nazorat markazi aholining sanitar epidemiologik barqarorligini ta'minlash maqsadida shunday reja qilinadi. Rahmat kattakon aka. Qo'shimchalaringiz bormi? Albatta, bizni o'ylaymiz, mana shu joydan boshqa joyda shahar hokimligi tomonidan yer ajratilib, mana shu tadbirkorlarga yordam berilsa, ularni hozir joylashgan joyda nisbatan tor aholi o'rtasida zich joylashib qolgan keyinroq joy bersa, ushbu tadbirkorlarimiz ham o'zini kelgusidagi rejalarni amalga oshirishga hamda ishlab chiqarishni kengaytirish imkoniyati bo'lgan bo'lar edi. Siz tadbirkorda tor joyda o'tirib qolgandan qayg'udamisiz yoki o'sha yerda tarqalayotgan qanaqadir vaksinani zararlaridan tarqalishi mumkin bo'lgan xavfni oldini olish uchun gapiryapman. Bu joyni konservatsiya qilib o'rganish natijalari asosida tegishli profilaktik chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Hozir aholi o'rtasida vahimaga, ortiqcha bir hayajonga, bir xavf solish to'g'risidagi har xil gaplarga quloq solish kerak emas. Unaqa narsa xavf mavjud emas, buni albatta oldini olamiz. Shunga qaramay biz Beker orasi mavjud deya ta'kidlanayotgan hududga borib ko'rdik. U yerda Beker orasi uchun tashkil etilgan beton qoplama va gidroizolyatsiyalangan quduqni topa olmadik. Shuningdek, xavfli hudud deya ko'rilayotgan institut begonalar uchun yopib qo'yilmagan. Uning atrofida esa ogohlantiruvchi belgi ham yo'q. Ilmiy xulosaga ega bo'lmay tadbirkor faoliyatini to'xtatishga urinish, unga nisbatan boshqa davlat tashkilotlaridan o'tkazilayotgan surishtiruv va tekshiruvlarning tizimli amalga oshirilayotganini bildiradi. Tashabbuslar ortida hozircha qaysi rahbariyat turgani bizga noma'lum, lekin voqealar rivojini biz kuzatib boramiz.